Неожиданный сюрприз для поклонников от Неслиана Тагюль. Актриса снимется в одном фильме с мировыми звездами. Прекрасная актриса Неслиана Тагюль продолжает радовать своих поклонников. Неслиана Тагюль набрала еще больше популярности после ухода из сериала «Дочь посла». Актриса попрощалась с любимым сериалом телеканала Star TV из-за проблем со здоровьем. Вернувшись из Бодрума в Стамбул, после некоторого перерыва Неслиан быстро поправилась и продолжает заниматься различными проектами. Неслиан работала над новым выпуском собственного проекта цифрового журнала «Hatsis Proje», которому она уделяла особое внимание, а также большой радости поклонников актрисы Неслиан стала лицом февральского выпуска американского журнала «Hola». Отмечу, что Неслиана Тагюль стала новой звездой для латиноамериканцев и первой турецкой актрисой, попавшей на обложку американского издания «Hola». Но это еще не все. Неслиан поступило прекрасное предложение. Согласно турецкому изданию «Takvim», Неслиана Тагюль Доулу получит роль в Голливуде. Это будет фильм под названием «Endless Margines» с участием всемирно известной звезды Пенелопы Круз и испанского актера Луиса Тосара. В ближайшие дни Тагюль проведет первую онлайн-встречу с продюсерами. Согласно турецким СМИ, съемки фильма с сценаристом и режиссером, которого будет Хуан Диего Ботто, начнутся ближе к концу года. Неслиан, которая подтвердила информацию о съемках, считает, что это не только ее заслуга, но и заслуга всей страны. «Я горда представить Турцию на международном уровне», — сказала актриса. Несмотря на то, что на счету актрисы не так много ролей, Неслиан не раз отмечена была кинокритиками и получила престижные премии международных кинофестивалей. Известная своей роли, Неслиан сыграла в сериалах «Два лица Стамбула», «Бесконечная любовь» и «Дочь посла». Что ж, друзья, это действительно прекрасные новости. Пожелаем актрисе успехов в ее дальнейшей карьере. А у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, жмайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. Берегите себя и до новых встреч!